Какая мне Мешкова традициям верен. На старте очередного сезона Виктории прошла открытая тренировка для самых преданных поклонников клуба. Возможность взглянуть на то, как готовится команда к официальным матчам, подобная бонусная фанатская опция далеко не для всех. Лишь те, кто приобрел сезонные абонементы, могли воспользоваться возможностью побывать на гандбольной кухне БГК имени Мешкова. Когда появились абонементы, я начал их приобретать. Очень удобно. Я уже не переживаю, я знаю, сегодня матч. Я пришел, спокойно занял свое место. И болеем. Это как такой какой-то стимул быть с командой чаще. Абонементы приобретаем первый год. Вот. Удобства, несомненно, конечно же, есть. Не надо опять-таки думать, как купить билет. Просто внеси с собой карточку, приходи в любое время. Плюс прекрасные такие мероприятия всякие, как вот, допустим, сегодня. Открытая тренировка. Очень интересно, познавательно. Очень интересно посмотреть за работой Манола Каденса. Ну, это классно. Это вообще объединяет с командой. Те вещи, которые во время игры не видны, вот здесь более раскрываются, и мы видим их. Интересно, познавательно. Ну, вопрос опять, это ближе к команде, ближе с болельщиками, это немножко такое закулисье совсем другое. Действительно, мы видим, что команда – это не какие-то игроки-звезды, которые недосягаемы, а вот они рядом. Ну, а плюс абонемента в том, что мы вообще уже с другом шестой год абонементы берем. Начиналось все с малого, сначала Лига Чемпионов, а сейчас у нас уже пятый год, одни и те же места. Ты пришел, купил и забыл обо всех проблемах. Через две недели будет Монпелье, все будут душиться в очереди, а мы спокойно придем, сели на свои места и все. И вообще абонемент – это знак того, что ты поддерживаешь команду. Ты изначально, еще не зная ничего, ты вкладываешь свои деньги, то есть инвестиции. А инвестиция – это доверие, значит, ты доверяешь этой команде. А после – время для общения. Кумиры и поклонники сошлись в центральном холле Дворца спорта. Накануне старта в новый сезон было о чем поговорить. А чтобы событие осталось в памяти, мобильная фотолаборатория к услугам всех желающих. Ну, в любом случае, только положительные эмоции. Как бы считаю, людям интересно, люди интересуются жизнью команды, коллектива. Они этим живут, болеют. Как бы всегда приятно для таких людей уделить время, пообщаться с ними, поговорить о планах на нынешний сезон, об атмосфере в команде, о новичках. Ну, как бы, в принципе, я считаю, такие встречи должны быть, они имеют место. Как бы ничего плохого, отрицательного в них не вижу, только позитив. Здорово, что такие мероприятия проводятся. Это очень важные вещи – контактировать с публикой, которая за тебя болеет. Команда и фанаты становятся еще ближе друг к другу. Я вижу глаза и лица, которые сияют. Люди приходят, поддерживают нас, и мы очень рады играть для таких болельщиков. Планы на сезон клубом озвучены. Своими же, прежде всего, лигочемпионскими ожиданиями поделились и болельщики. Тяжеленная группа, но я считаю, что мы в шестерку обязаны кровь с носу попасть, а если мы попали в шестерку, в четверть попадаем, без вопросов. Группа «Б» – это ж нам не соперники. Выход в четверку для меня – это можно ставить задачу. То есть, если не будет хороших и таких сложных задач, не стоит тогда выходить. А если, ну, выход в финал четырех для меня. Анализируя последние составы, новости по поводу наших конкурентов, мы как минимум в четверке должны быть группы. А уже четвертьфинал, ну там группа такая послабее нашей. Но все-таки, я думаю, четвертьфинал – это вполне достижимая цель. Сезон набирает обороты. 5 сентября открываем Сехофронт на нашей земле. Виктории гостит македонский «Металлург». Начало встречи 18:15. Вперед! Вперед!